приветствую на моем канале. Сегодня у нас будет распечаточка посылочки для тех, кто купил уже себе микроскопчик типа вот такого вот, а был у меня на канале Аумикей. Вот микроскопчик недорогой, $40. Я им работаю постоянно, каждый день. Кто занимается ремонтом мобильных телефонов или чего-то там еще. В общем, кому нужен дешевый, но вполне его хватает для ремонта телефона, то есть больше, чем достаточно. Я скажу только пару недостатков. То есть, короче, вот для этого микроскопа я заказал еще дополнительные вот такие вот оглазики. То есть это 20 крат. Вот у меня. И здесь я заказал посылки 10-кратные. Сразу скажу, возможно, ну, основные глаза это 10-кратные, потому что 20 крат это многовато и очень часто с ними неудобно работать. То есть, допустим, у меня у брата есть и 10, и 20, то он говорит, что 20 он не использует вообще никогда. Вот. Ну, поэтому я себе заказал 10, хочу попробовать, как действительно. Вот. Сейчас 2 секунды отвлекусь, вернусь к микроскопу. Значит, два недостатка этого микроскопа. То есть для работы по ремонту мобильных телефонов, там разъемы, все что угодно, вообще сказка. Вот. Недостатки. Первое, это то, что у вас здесь не регулируется, как бы глаза нельзя наклонить. Ну, тоже небольшая проблема, потому что я сижу выше, допустим. Вот, микроскоп небольшой, маленький, и мне удобно сверху смотреть, то есть как бы это не самый большой недостаток. Наиболее мне что здесь не нравится, это вот пластиковая вот эта вот вся станина. То есть, как видите, вот как я ее не закрываю стеклом, ну, бывает забываю, вот, но вот это уже пластиковая штучка, она уже поплавленная, вот, и здесь уже так немножко, ну, я им работаю каждый день. То есть вот это из эту станину, как бы пластик, конечно, это не погорит. Ну как, они его не выпускали для того, чтобы на нем паять. То есть это фен. Это фен делает такие дела. То есть паяльником никаких проблем нету. То есть я ложу на него вот такую вот из сенсора штучку. Вот, ложу, зажимаю и спокойно паяю, то есть от паяльника никаких проблем нет. Вот фен, конечно, если долго там проц сажаете или что-то еще сажаете, и вам нужно смотреть, то, конечно, или СМД элементов много устанавливаете за раз, то есть шанс, что немножко вот поплавится. Это, конечно, ну, я считаю, это небольшой недостаток, все это можно решить, то есть можно какую-то поставку сделать из железа. Вот это не проблема. Ну, пока так, пока меня устраивает. Ну, так-то и так. Вот. Большое фокусное расстояние. То есть 70-80 миллиметров этого микроскопа дает, ну, легко работать под ним. Очень-очень удобно. Ну, да ладно. Обзор у нас сейчас не про микроскоп. Про микроскоп у меня на канале есть. Вот я решил заказать к этому микроскопу 10-кратные глаза. Потому что изначально я его покупал, были 10 и 20, я попросил вместо 10 поставить 20, думал, что 10 мне будет мало. Ну, как оказалось на практике, ну, не у меня на практике, а у брата, то есть он себе и такие взял глаза, то он говорит, что он 20-кой практически никогда не пользуется. То есть намного комфортнее и удобнее пользоваться 10-кой. Ну, честно сказать, конечно, фокусное расстояние, то, которое у вас в объективе, оно совсем небольшое. То есть это меньше сантиметра. Вот, поэтому... Так, да, 10-очки пришли нам. Вот такие... Оно меньше сантиметра, поэтому очень часто неудобно приходится двигать. Вот такие вот у нас линзы. Вот по сравнению с этим, эти 10-очки выше. Так, ну давайте попробую. Не знаю, как вам получится показать, не получится. Думаю, что получится. Ну вот смотрите, попытаюсь вам показать. Вот 10-очка.
у нас. Мы сейчас будем смотреть через десяточку. Вот, вот разъем, коннектор дисплея. То есть я его вижу вот, полностью. То есть, это около сантиметра где-то. Ну, померяем потом. Вот, то есть вот я вижу через десяточку. Ёлки-палки. Вот. Через десяточку я вижу полностью этот разъемчик. И могу на нем, в принципе, крупно, отлично, работать можно спокойно. А вот. А вот теперь попробуем через двадцатку. Так. Сейчас я подниму десятку, чтобы она мне не мешала. А теперь попробуем через двадцатку. Вот. То этот разъем видно частично. То есть полностью этот разъем не видно. Сказать, ну, примерно где-то, ну, наверное, не в два раза. Ну, давайте возьмем штангенциркуль и попробуем это померять. Конкретно как оно будет нам на плате. То есть смотрите, в десятке вот этот вот коннектор дисплея вот был полностью виден от конца до конца. Ну, там один микрончик только с одной стороны вроде бы то не влазило, но это, ну, пусть будет 8 миллиметров. 8 миллиметров. Вот здесь 8,5, пусть там чуть не влазило 8. А в двадцатке, то есть я вот этих вот дырочек не видел, и я не видел 3 контакта у меня не влазит. То есть если я смотрю одну сторону с первого контакта, вот, то 3-4 последних контакта мне не влазит. Это где-то примерно вот так вот. А нет, видите, все-таки практически получается в два раза. То есть, да, здесь где-то 3,5-4. Ну, в принципе, да, если верить цифрам, так оно и получается. То есть, в два раза меньше вы видите. То есть, если через десяточку вы видите 8 миллиметров диаметр пятака, вот, то через двадцатку, вы видите 4 миллиметра. Вот. То есть, основные работы какие по замену телефонов, по ремонту телефона, тот, кто занимается ремонтом, то есть, он прекрасно знает, что это замена разъемов, ну, сенсор дисплей, понятно, здесь микроскоп не нужен, но это замена разъемов питания. Вот. Вот в чем неудобно, у вас двадцаткой очень часто все пины, ну, или не влазят, или если влазят, то крайне по самым краям вашего фокуса неудобно. И вы двигаете постоянно. Вот. То с десяткой у вас проблем таких не будет. То есть разъем спокойно весь поместится в вашем фокусе. И при этом вы не почувствуете разницу дискомфорта. Вам будет прекрасно видно, что на десятке, что на двадцатке. Вот. Итак, ну, больше затягивать видео нету смысла. То есть рекомендую всем десяточки. Вот я сейчас немножко ими посмотрел. Действительно, сказать, чтобы объект меньше, нет. То есть для человеческого глаза видно прекрасно все через десяточку. То есть в двадцатках большого смысла не вижу. Для тех, кто, у кого был выбор, какие заказать, или такие, или двадцатки, или десятки, то сейчас бы я взял лучше десятки. Вот, двадцатки действительно, ну, реально крупные, даже не знаю, когда их вам придется использовать. То есть сказать, чтобы сильно там оно увеличивало, не скажу. А фокусное расстояние, не расстояние, а как бы фокусный пятак, который вы одновременно видите, то есть в два раза меньше. Поэтому я рекомендую десяточки. Ну, будут вопросы, спрашивайте. Я работаю микроскопом каждый день. Поэтому вот сегодня буду несколько часов паять. Есть мне там и разъемы паять, и
и дисплейные разъемы, и разъем питания. Вот, в общем, буду работать. Поэтому будут какие-то вопросы по поводу них, спрашивайте. Значит, цена $12. У этого же человека, что я брал и микроскоп, Аумикей, он представитель этой фирмы. То есть дешевле я чем у него не находил. Вот. Но я без проблем взял у него скидочку $2 и купил их за $10. То есть я просто написал, что я у вас брал микроскоп, так и так, хороший микроскоп, он у меня есть на обзоре. Вот, сделайте мне скидочку, он без проблем мне изменил цену на $10, и купил я эти глазики за $10. Вот, все, не буду затягивать видео, кому нужно двадцатки или десятки глазики, ссылочка будет под видео, переходите и заказывайте. Всем пока-пока, хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал, все, счастливо.